Всем привет, дорогие зрители моего игрового канала, меня зовут Евгений, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием Stalker с модификацией Misery. По-моему, я не сказал, что Stalker Call of Pripyat, но ну, в принципе не важно, я думаю, вы все уже сами понимаете, на какую именно часть Stalker ставится этот мод. Фух. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами остановились на то, что пришли на базу бандитов. У нас тут задание. Нам нужно спасти нашего братка-сталкера, которого бандиты взяли в плен, гады. Вот, как вы видите, здесь стоит патруль. А наш братюня-сталкер где-то... Вот он там стоит. Сидит и стоит. Руки за спиной. Оружие не могу... Не могу видеть, калаш, что ли? Калаш. В общем, бандиты что предлагают? Либо мы им гоним какой-то непонятный крутой артефакт, ну, либо мы выкупаем его за деньги. 15 тысяч. Это так-то приличная сумма, у меня таких бабок нету, поэтому, мне кажется, мне придется завалить чертей всех нафиг просто вообще. В общем, вот такая у меня позиция по поводу всего этого. Не знаю, получится у меня или нет. Я, конечно, надеюсь, что получится, потому что не хотел... Ой, у меня же... А, F2. Стопэ. Я чё? А, где он у меня? Я, походу... Я, походу, в тайнике оставил мой фонарик, либо его продал что-то. Ладно, я не помню, короче. Все, нацепили глушак. И, в принципе, можно вырезать твари. Я сохранился, на всякий случай. Можем начать с этого и потихоньку как-то... Стараться убить всех. Блин, не знаю, хорошая идея, нет? Ты что-то затупил, братец. Не надо гранат. Так. Сохраняха. Как у него было? О, это все поломано. Блин, мне бы мое оружие починить. Так. Друган. Почему-то сверху предупреждение оружие заклинило, нужно перезарядить, так и не пропадает. Может, не перезагрузиться. Сейчас сохранюсь и перезагружусь. Так вот. Все, оно пропало. Ну что, Митяй, вся моя жизнь пролетела перед глазами. Я думал о том, что сейчас все потеряно прямо... что сейчас все потеряю прямо там. Меня трясло каждый божий день. Надеялся, что они еще немного подождут с моей расправой. Я теперь у тебя в долгу, чувак. Ты обрушился на них, как шторм. Мне мало кто поверит, когда я расскажу эту историю друзьям. Я хочу поскорее убраться с этого кошмара, пожалуйста, проведи меня до Янова. Да, двигаем прямо сейчас. Я не хочу, чтобы все эти трупы привлекли псевдособак. Меня хватит на сегодня. Да, давай, дружище. После перезагрузки, по всей видимости, пропадают все трупы. Только оружие остается.
Это вам на заметочку возьмите. Что-то громко прям. Когда будете перезагружаться в следующий раз. Встретимся возле вокзала. Так, спасибо, что помог. Товарищи, мы тебя обязательно благодарят, как мы вернемся. Ну что, пошли на базу? Вместе дорога короче. Идем. О, я так понимаю, мы сейчас перенесем. Так. Ну, вроде бы все. На базе. Ну, запутят, зато не знаете. Чё, нет? Ну, короче, раньше проводники нехилый крюк делали, а я пробил путь покороче. Просто чесанул напрямик. Оп, раз, два, туда-сюда. Все шифры насчет проходов через аномалии быстро выкупил. Тему проводнику загнал. Ну, не за так, ясное дело. Так он теперь всех моим путем и вводит. Фу. Хочешь чего-то спросить, расскажи историю про короткий путь на Юпитер. Раньше проводник зато на крюк делал нехило, и я эту тему выкупил, ну и да, короче, почесал напрямки. Туда-сюда, и уже все проходы через аномалии мои. Ну, а потом эту тему проводнику загнал, так он моим путем через всех и выводит. А может лучше лоцман спросим, кто ему карты принес? Чего привязался? Иди рассказывай свои байки в другом месте. Байки, я, значит, рассказываю, да, байки? Вот, как же мне надоела эта музыка в этих барах. Вот так вот сейчас сделаем, потому что мне опять предъявят авторские права. Одно видео вообще аж запретили в некоторых странах. Поэтому давайте-ка пока поиграем без звуков, когда буду находиться на территории. Не знаю, даже как назвать. Ну, бара пусть будет так. Так, продадим патроны, в принципе, ни к чему. Шкуру тоже. Так, ух ты. Мне бы мое оружие подлатать. Это что? Ага, только АКС могу, да? Вот, видите, тут я могу использовать. А это не малого калибра, не среднего. А нет, это краски среднего, а это для малого, да? Ох, жалко. Вообще, что я могу использовать тут? В принципе, ничего. Ой. Так, вот это не надо, не надо выкидывать такие вещи. Ладно. Продадим все монеты. Продадим какую-то шифку. Штучки две вот эти. Это продадим. Что такое? Ну, продадим тоже. В принципе, мне такие вещи не нужны. Ладно. Забирай. У тебя что вообще есть? Для ремонта брони. Так, брони, брони. Боевых шлемов. Это чистящие комплекты, да? А это ремкомплект. Мне бы надо ремкомплект. Так, малого калибра. Малого калибра, малого калибра. Дробовики. Пистолеты. Универсальный набор. Блин, жалко, не могу ничего купить из этого. Ну, именно... Не могу найти то, что мне именно нужно, скажем так. Купить-то, в принципе, я могу там что-нибудь. Так, давайте, знаете, что сравним.
Так, точность повреждена. Ага, понятно. Угу. Так, ну мне все понятно, в принципе. Ой, зачем я к тебе-то иду? В принципе, могу так сделать. Посмотрим. Нет, не могу все равно починить вот это оружие. Могу только вот эти, видимо, потому что они еще не сильно поломанные. О, блин. Мне бы другую пушку. Ты кто такой, новенький? Вау. Купишь что-нибудь? Как ты дешево все покупаешь? Офигеть, вот эта вот штука 12 тысяч стоит, вы представляете? Как мне повезло, что я ее нашел. Вы, может, что-нибудь говорите? Блин, музыку слышно там. Так. Спасибо, сталкер, что помог мне вытащить. Расскажи, как тебе угораздило в плен попасть. Эх, не спрашивай, сам дурак. Было, бандюки предупреждали, что в следующий раз с одним разговором не кончится. Ну и в этот, стали с меня снимать процент от хабара. А зона-то она ведь общая. Никто ни за кого проход требовать не может, я так считаю. Мы с приятелем оружие малость помахали, да и разошлись. Только бандюки хитрые оказались, сели в засаде. А я, дурак, один вылез. Думал пошарить немного поблизости. Но они подобрались тихо, руки сразу скрутили. Ну и вот, понятно. Сталкер, спасибо, что тебе, что помог Митяю вытащить. А ведь прав был я. Нельзя идти на поводу у бандюков. Приезжать надо их и покрепче. А ты силен мужик. Вот тебе это. Тут не так много, дели на всех, но зато чистого сердца. А что вы мне дали? Деньги? Походу, да. Что-то я не видел. Ну ладно, будем считать, что деньги дали. Блин, ну все, это уже просто убитая в ноль пушка. Есть, конечно, идея одна. Хотя, блин, я снайпер. Мне бы камуфляж лучше купить. Который продается. Ничего здесь нового нет. Вот у данного приятеля. Костоправ. Ух ты, какая снопа. Green Dragon. Вы посмотрите на это. 60 кассика стоит. Я в шоке. Офигеть. Вот, ДМР. М16А1. Хорошая штука. Емкость маленькая, правда. Единственный такой прям весомый минус данного оружия, на мой взгляд, для меня. Так. Дальше, так я понимаю, у тебя все не очень, да? Угу. Так, может, у тебя есть для винтовок малого калибра. О, не бы вот это. Нет, это чистящий комплект. У тебя что, тоже нету, походу. Ой, жалко. Может, скупаешь что подороже? 14 кассиков. Нормально. Ох, у него уже нету костюма, про который я говорил. Про гили. А, нет, вот гили. Броня большая, электрозащита большая. Огнеупорность маленькая. 60 кассиков, да. Это Сайко. Какой-то.
Жалко, что это оружие поломано. Правда, очень жалко. Я бы еще с ним ходил и ходил. Но, видимо, придется мне с ним расстаться на некоторое время, пока я не смогу придумать способ, чтобы починить его. Поэтому... Так. Поэтому выложим и возьмем. Как видите. Хотя у нас вон что есть. Давайте лучше это и возьмем тогда. Патроны. Какие патроны ты? Патронов, походу, которые она использует, у меня нету, да? Придется сейчас покупать. Капец, у нас уже везде всякого хлама полно. На каждой базе просто. Приходим и оставляем кучу мусора на складе. Не знаю, это, по-моему, не совсем дело. Можно еще еды купить. Даже не можно, а нужно. Патроны ты используешь. А, понял, какие. Так. Какие-то. У тебя нет таких. Офигеть, огнеупорность. Минус 227%. Плюс 149. Офигеть. Походу нету. А, нет, вот эти как раз таки используют. Ох, вот этот артефакт себя был крутой, чем мамины бусы. Но здесь такой себе. А, что-то насморк. Ну, болею, как обычно, я вам уже говорил. Так, мне надо купить еды, дружище. Еда есть. О, покупаем. В принципе, не жадные. Есть всегда надо. Умереть в зоне от голода — это еще хуже, чем умереть в зоне от радиации. Мне так кажется. Хотя и то очень мучительно. Так. Вот эти, понятно. 4000, 2000. Вот эти вот купим немножко. Так, все отлично. И знаете, какая есть идейка? Сколько мне тут? А, в принципе, недалеко добежать до ученых. Хотя... Сколько весишь? А, ну все ясно. Добежать до ученых и попробовать... продать им артефакт, который у меня есть. А там выверт. Артефакт неплохой, думаю. А ученые с удовольствием возьмут его. А я с удовольствием продам его. Так, ох, какая ночь. Ну все, можно, в принципе, включать звук. Даже как-то непривычно со звуком. Так. Ну, вроде бы тихо. В округе. Ну и так между двух огней, приятель. Убери оружие, не провоцируй. Да все нормально, дружище. Не очкуй. Я нормальный пацан. Так. База. Да, база ученых находится в той стороне. Надеюсь, никакую дрянь не занесет в ту же сторону. Что-то стрельба какая-то. Где-то в том направлении. Или даже там. Да нет. Он там, походу. Да-да-да. В той стороне я слышу.
кстати, так и сидят. Они тут тоже, походу, навоевались, да? Что, может, есть что? О, шкура псевдо-собаки, отлично. Насколько я знаю, все, что добывается с псевдо-собаки, оно все ценится. А, зарядка 0. Плохо. А если поместить несевшие батарейки? Наверное, будет работать радио. Как это ни странно. Так. Привет. А, подходите. Всегда рад видеть нового человека. Что у вас? А кому из вас продавать? Ну, привет. И кому из вас? Ну, потом свой пап. Хотя, да. Давай, мне интересно. Эх, мужик, а в Припять-то как ходца? Неужели ты знаешь путь в Припять? Не знаю, но если там хотя бы половина тех артефактов, по которым болтают, я прямо сейчас идти готов. Опыт какой-никакой есть. Я из тех, кто первые нашли дорогу к Юпитеру. То дело вот в чем. Я по новой дороге привык к 11. Там некогда бывают с другими нянчиться. Ты говорил о контракте. Да вот, подписался на ученых поработать. Обязанности вроде легкими показались. Не обратил вдруг внимания на то, что контракт истекает только по выполнению всей работы. Зато не предложили официальный пропуск через посты на кордоне как вознаграждение. Неплохо, ага. Сделал я по контракту все. Ну, кроме мелочи одной. Надо было доставить им образцы всех видов артефактов химического прохождения. Кто знал, что в этих краях ломать мясо и колобок хрен найдешь. Вот получилось бы их добыть. Так я бы уже давно в сторону Припяти рванул. Да только где их взять? Пожалуй, я смогу помочь тебе с артефактами. Ну, удачи, я слушаю. Вот как вот продать кому-нибудь из вас? Вот зря только лишний вес тащу. Так, еще псевдо-собака. Или это те же? Походу те же. А, нет, вон те же. Есть идея. Здесь неподалеку находится поезд. В котором мы можем с вами попробовать раздобыть инструменты. Не помню, для какой работы. Но можем раздобыть их и отдать, собственно, технику. Не хотел бы их кардану отдавать, поэтому отдадим, который находится здесь. Вон, кстати, вот этот вот пояс. Вы видите то, что внутри него летает аномалия. Надеюсь, меня сейчас не убьет током. Блин, ладно. Так. Они
до Мизери вообще никакой опасности не представляет. Ну как, помогут умереть, скажем так. Инструменты. Черт. А где инструменты? Короче, походу их здесь больше нет. Последний кружок сделаем. Да нет, их здесь нет. На подлинность, может, конечно, я прослаг что-то, но походу нет. Походу реально их перенесли в другое место. Там у нас... Ага, а что у нас там? Давайте-ка сходим, посмотрим. И как раз-таки на этом и закончим. Посмотрим, что там находится. Возможно, зачистим. Ну, только, конечно, если там не контролеры обитают. Видел только что силуэт, думаю, вы тоже видели прицел. Ух, твою мать, давай-ка без этого. Очень громкое оружие. На него бы глушитель приобрести. Да и прицел немножко туповат. Немножко ниже надо брать. Черт. Вот это попадос. Не, это вообще лажа. Как так играть? О, господи. А, ну вот, нормально, в принципе.
лежать. Я видел там спуск в подземку. Ой. Но мне интересно, что находится там, но уже больше не интересно, потому что у нас сейчас неплохо так я не знаю, что это было, но это было, по-моему, пси-излучение. В общем, нас неплохо так сейчас поранило. Чуть не умер. Поэтому лучше туда, мне кажется, некоторое время не ходить, пока я не приобрету амуницию получше своей. Ненавижу крыс. Надо аккуратнее быть. Черт. Вообще в той местности. Во всей. Пси-излучение. Поэтому туда пока суваться мне рано. Поэтому мы уходим отсюда вообще из всей зоны, собственно. Подобрали голову. Тушкана. И, пожалуй, используем одну аптечку, потому что нас нехило поранило, как я уже говорил. Даже не знаю. Нехило облучило, что ли, ну, пси-излучение, я не знаю, как тут по-другому, ну, как-то так, наверное. Ну и все, ребят, думаю, на этом с вами закончим эту серию, продолжим уже следующий. Ну что ж, с вами был Евгений Гус, не забывайте подписываться на новые видеоролики, ставить лайки, писать комменты, также не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, добавить ее в избранное. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующих сериях, в следующих летсплеях, до скорых встреч.